Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня мы снова играем в мобильный КРМП, и, друзья, это у нас Black Russia. Ссылка на проект находится в описании к этому ролику, заходите, играйте вместе со мной. И, ребят, также в описании к этому ролику находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Друзья, в чате вводите очень простую команду /промо, открывается окно, выбираете пункт номер 1, и здесь вводите очень простую команду хэштег Дони, как это делаю я потом вести. Ребята, после этого получаете очень приятные плюшки для старта игры на серваке Orange на Black Russia. Ребята, вступайте в нашу большую дружную семью, принимаем всех со второго левела, всем будем рады, ребята. Поэтому вступайте, ребята, к нам в семью. Для того, чтобы вступить в семью, ребята, в описании под этим роликом есть ссылка на нашу конференцию ВКонтакте, и там вы можете написать, и управляющие вас примут в нашу семью. Поэтому, друзья, если что, то ссылочки есть все в описании. Итак, друзья, сегодня мы с Егором в очередной раз устроим битву автоугонщиков на Black Russia. Ну и, друзья, как вы знаете, мы буквально вот недавно с Егором записывали это шоу, и там было нечто вообще максимально удивительное, потому что я там в видосе угнал обалденный Ford Focus, реально быстрый, заряженный, очень крутой. И так получилось, что Егор угнал Волгу, и Волга стоила дороже в итоге, чем Ford Focus RS на продаже потом уже, да, просто у Егора опыт больше, понимаю. Короче, ребята, сегодня я постараюсь отыграться у Егора и заработать как можно больше денег на автоугоне, поэтому ставьте лайки прямо сейчас, собираем 1000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу, друзья. Также сегодня с нами, по идее, будет еще Сева, но это не точно, он вроде как должен был быть с нами, но пока его рядом нет, поэтому, друзья, поехали с на автоугонщиков в город Южный, и там, друзья, мы уже будем как-то брать заказы на автоугоны. Вообще, ребята, в комментариях напишите, в какие мобильные игры лично вы играете чаще всего. То есть, например, вот я играю чаще всего на Black Russia, либо на других разных еще проектах, вот именно в сфере GTA. Друзья, а где лично играете вы больше? Там, возможно, Brawl Stars или что-нибудь типа стендоффа. Вот я еще иногда в стендофф, ребята, катаю. Поэтому, если что, у меня есть второй канал, где буквально вот сегодня или вчера вышел, наконец-то, первый ролик спустя полгода. Как я не выпускал там видосы, и там вышел ролик по стендоффу. Если что, можете поиграть вместе со мной. Там у меня есть ник, принимаю всех, друзья, как бы в свои друзья. Поэтому и что, да, как бы небольшое такое отступление. Но мы, ребята, тем временем уже почти прибыли в город Южный. Сейчас, друзья, самое главное взять очень классный заказ и заработать, друзья, очень классные, друзья, деньги. Потому что реально будем буквально считать все до последнего цента, потому что в прошлый раз я на автогоне заработал 9700, а Егор заработал 10100, если я не ошибаюсь. То есть буквально там разница в 400 баксов была. Поэтому, друзья, ну, Егор говорит, что я победил. Да посмотрим, посмотрим еще. Я пока не знаю, потому что, ребята, я очень надеюсь на то, что мне сегодня больше повезет. И вот мы уже прибыли на автоугоны, и давайте возьмем наш сегодня заказ, друзья. Итак, подходим, получается, мы куда я сажусь? Да не то угоняем. Подходим к этому квестовому персонажу, к Артемке. Так, и берем, так, взять задание, получается, мы его берем. Итак, у нас появилась метка, у нас есть 25 минут, и давайте-ка посмотрим по карте, куда нам вообще ехать. Получается, нужно найти место, которое отмечено, а ехать мне, ребята, получается, куда? Я пока... Стоп, а куда мне ехать? А, в Арзамас! Слушайте, ну, в принципе, обратно ехать туда, откуда мы приехали, поэтому Егорке, получается, на Рублевку вообще ехать надо. Ничего себе, блин, ребята, я, конечно, все понимаю, но Рублевка сейчас вообще серьезно, как бы, не, я все понимаю, но Рублевка, ребята, это жестко. Надеюсь, там у него тачка будет далеко не самая-самая дорогая, потому что, как бы, ну, я все бы ничего, но, ребята, реально... Я пока не понимаю, то есть Рублевка это, по идее, очень дорогое, прикольное место, если реально там у Егора тачка какая-то, то, возможно, там, ну, реально будет очень дорогая и крутая тачка. Поэтому, друзья, поехали посмотрим, мне ехать нужно в Арзамас, и надеюсь, что я сегодня угоню реально очень крутую и дорогую тачку, друзья. Поэтому пока мы едем в город Арзамас, и там уже будем как-то искать тачку, которую нам предстоит сегодня, друзья, угнать.
знать. Но вообще, ребята, реально в автоугонах очень много решает именно, ребята, ранг. То есть, если у вас высокий ранг на автоугонах, то вы можете реально угонять тачки вроде как, может быть, не самые, ну, дорогие, но они по цене будут просто как бы дороже. Поэтому, друзья, если что, прокачивайте ранги на автоугонах, и реально на этом можно зарабатывать неплохие деньги, ну, хотя бы вот для начала, ну, как бы реальные бабки лично я поднимал всегда на контейнерах, но там можно и слить деньги тоже очень сильно, поэтому я считаю, что автоугоны это такой, ну, более-менее адекватный способ для того, чтобы заработать неплохие деньги, друзья. Короче, мы уже подъезжаем в Арзамас, и давайте прямо сейчас мы и поищем то самое место, где же у нас находится тачка для автоугона, потому что у нас на самом деле здесь зона, ну, большая, по карте это смотрел, потому что, ну, реально очень большой город, и здесь будет тяжело найти тачку, потому что здесь очень много машин, и по карте найти тачку будет максимально непросто. Вопрос лишь в том, какую тачку мы ищем, давайте мы это узнаем, заезжаем на территорию, и, друзья, мы ищем ВАЗ-2172, а что это, подождите, это Веста, что ли, или что это такое? Я вроде как 2172, это же, по идее, Веста, если я не ошибаюсь, хотя могу, конечно, и ошибаться. Так, а ну-ка, может быть, что-то здесь у нас? Не, вроде бы не здесь, да? Опять-таки, здесь очень много людей. Вообще, здесь банк им немножко как бы подфриживает. Поэтому, пока, друзья, ищем тачку, наверное, мне нужно ехать вот сюда, я так понимаю, скорее всего, да? Потому что я больше даже... А куда ехать? А вон, кажется, ребята, мне сюда. Возможно, мне сюда, потому что здесь я вроде бы тачку вижу какую-то. И да, а, это Приора, слушайте, она вроде как такая прокачанная, да? Я угоняю реально... Приору голубую на розовых штампах, понимают. Ввожу команду Car Jack, да, и, друзья, начинаем взлом. Давайте мы попробуем вот так вот сделать сначала. Не угадали, может быть так, не угадали, может быть так, угадали, потом так пускай будет, нет. Давайте мы сделаем так-так, ага, потом так-так. О, отличненько, ребята, мы тачку взломали, и теперь нам нужно довести эту тачку, получается, ну, обратно с того места, где мы брали заказ. А ехать нам будет удобнее, я так понимаю, что вниз, да, потом, ребята, в принципе, налево. Короче, поехали, реально интересно, что же там угнал сегодня Егор, потому что я надеюсь, что я реально сегодня угнал тачку подороже, чем Егор. Ну, у него заказ вообще был на Рублевке, понимаете, то есть, как бы, все бы ничего, но Рублевка это очень, друзья, дорогое место. Место с очень дорогими тачками, поэтому, ёлы-палы, короче, ребята, надеемся, что мне реально сегодня повезет. Так, небольшая авария, 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 главное довести тачку до базы, ребята, потому что, блин, ну Приора, она и так особо как бы не едет, если так сравнивать ее с другими тачками, даже в прошлом видосе я угонял Ford Focus, и он был реально быстрее, друзья, поэтому, блин, ЗАЗ, говорит Егор, серьезно? Стоп, если у него ЗАЗ, то реально есть шанс на то, что я сегодня выиграю. Я, конечно, точно не знаю, но реально, ребята, есть пока все шансы, поэтому ладно, едем. Фух, слушайте, реально, я прямо волнуюсь, но, короче, нужно просто привести тачку и заработать больше денег, чем Егор. В принципе, ребята, все. Поэтому везем тачку на базу и там уже будем смотреть. Итак, друзья, прибыл я, получается, прямо сейчас уже в город Южный. И сейчас, друзья, я должен сдать эту тачку, получается, на сбыт и посмотрим, сколько в итоге я заработаю. И вопрос лишь в том, реально ли у Егора там ЗАЗ, или же он обманывает меня, ребята. Я не знаю, но надеюсь, что там у него реально какой-то ЗАЗ. Так, мы подъехали, получается, на автоугоны. И, друзья, короче, давайте здесь мы дождемся Егора. Короче, я подумал, давайте я лучше пока сдам тачку на сбыт, потому что иначе просто мне ее здесь сломают. Поэтому пока тачку я привез, и давайте сходим и узнаем, что же там, сколько я заработал денег с продажи этой тачки, друзья. Подходим, получается, мы на маркер, и мы заработали 8805 рублей. 8805, друзья, рублей. Короче, прямо сейчас мы ждем Егора и посмотрим, сколько же он заработает с продажи ЗАЗика. Пока, ребята, я жду Егора, здесь уже подтянулась целая банда, здесь уже и бэхи подъехали, и ламбы, короче, все ждем Егора. Вопрос лишь в том, на чем же он приедет, потому что, ну, если ЗАЗ, это стопудово, ребята, просто моя победа. Если нет, то уже проблематично будет. Это Егор, что ли, приехал, или что такое? Это Егор?
Это на Мазде? Так, стоп. Егорка, только, пожалуйста, не больше 8 косарей, не больше, чем 8, пускай будет 8 с чем-то, только не 8800, ну ё-моё. Давайте посмотрим, сколько он заработает и... сколько? Егорка, напиши, пожалуйста. Напиши, сколько там вышло у тебя получается. Давай. 8320, ебой, это кровненько, 321, прикольно. 8800, бро, было у меня, поэтому, ну, мне более-менее в этот раз повезло на чуть-чуть побольше. Поэтому, друзья, ставьте лайки за такую прикольную серию, разумеется, играйте вместе со мной, друзья, потому что здесь у нас реально прям целая банда, мы здесь играем в большой компании, и у нас есть большая дружная. И, ребята, самое главное, что очень, ну, я бы сказал, даже влиятельная семья. Поэтому, друзья, заходите, вступайте в нашу семью и играйте вместе, друзья, со мной. Всем удачки и всем пока-пока, друзья!